А вы помните, как в прошлых видео мы сделали огромную свечу весом в 30 килограмм и переплыли озеро на танке амфибии из настоящего гроба? На этот раз мы проведем эксперимент, которого еще не было на ютубе. Мы сделаем ракету из 19-литрового бутыля. Интересно? Тогда поехали! Привет, друзья! Вы на канале Экспериментатор. В одном из предыдущих роликов, когда мы запускали бутыля в небо, мы пообещали, что если это видео соберет 100 лайков, то следующим полетит 19-литровый бутыль из-под кулера. Я не ожидал, что мы с вами соберем их так быстро. И сегодня мы сделаем этот нереальный эксперимент. Его мы проведем в поле возле самого секретного района Гармония. Только никому не говорите, где он находится. Мы взяли с собой кучу газа, сам 19-литровый бутыль и маленькую бутылку, чтобы набирать в нее жидкий газ. Еще у меня есть вот такие штучки. Их я снял со освежителя воздуха, чтобы было удобно набирать газ. Надену на баллон и пора начинать. Смотрите, я набрал газа даже больше, чем планировал. Как вы думаете, его хватит, чтобы запустить этот бутыль? Даже не знаю, что сейчас произойдет. Надену свой плащ. С какой же стороны он одевается? О, готово. Переливаю газ. Ой, чуть-чуть разлил. Он очень холодный. Фух, готово. Давайте запускать. О, он не полетел. Что же я сделал не так? Неужели такой бутыль не получится запустить? Но мы не сдадимся и попробуем еще раз. Снова наберу газ. Вот так. Посмотрите, сколько газа. Надеюсь, в этот раз у нас все получится. Теперь я буду переливать под наклоном, чтобы не пролилось ни капли. В прошлый раз я побоялся, что газ смешается раньше, чем я переверну. Но, похоже, все в порядке. Поехали. Обалдеть! Вот это был полет! Офигеть! Вы видели, как улетел бутыль? Его просто унесло. Вода так сильно ударила в землю, что она забрызгала все вокруг. Гляньте, как запачкались мои штаны. Они все в грязи. Давайте посмотрим, куда улетел бутыль. Вот это да! Смотрите, куда он долетел. Чтобы вы понимали, как далеко он улетел, мы запускали его вон оттуда. Это просто нереальный результат. Я вызываю всех преподавателей физики. Попробуйте это повторить. Ну а чтобы они узнали об этом вызове, покажите им этот ролик. А посмотрите, какую яму в земле пробила струей воды. Это очень мощно. Ну а нам пора подвести итоги. Сегодня мы смогли запустить самый большой бутыль с помощью газа и сняли самый уникальный эксперимент. Подписывайтесь на канал, чтобы посмотреть продолжение этого эксперимента. Потому что если это видео соберет 500 лайков, мы также запустим 100-литровый бутыль в небо. А это в 5 раз больше, чем сейчас. И не забывайте нажать на колокольчик, чтобы не пропускать новые эксперименты. До новых встреч, друзья. Пока-пока.